Если говорить, откуда это все взялось, это была рекомендация Международной организации труда перейти на 4-часовую рабочую неделю в связи с условиями охраны труда и так далее, и так далее. Но я считаю, что нам, как стране, которая развивается, перейти на 4-часовой рабочий день еще рановато. Поэтому мы будем двигаться пока в соответствии с кодексом законов о труде и тем временем, которое у нас сегодня определено, 5 дней рабочих дней, вместо по 8 часов, я думаю, что это оптимальное время работы для наших, не только государства, но и для частных органов, для частных компаний. Спасибо.